все слухи о том, что Дима как-то плохо относился в последние дни к Жанне, это абсолютно провокация. Вот нам не нужны такие заголовки. Он до последнего дня любит и до последнего дня верит. Я думаю, что он просто сам сейчас не осознает то, что происходит. Это близкий, самый близкий человек в его жизни. Вот. И никакой спекуляции здесь не надо. Это просто некрасиво, неэтично.